Утро. Звонок будильника. Лишняя минутка сна, которая превращается в незаметные полчасика. Сонный взгляд. Прыжок с кровати. Лихорадочный поиск вещей. Чашка кофе на ходу. И, наконец, дорога на работу. Знакомо? С вами «Школа качества». Всем привет! Сегодня расскажем, как начинать утро правильно, чтобы целый день прошел успешно. Что делает наше утро бодрым и приятным? Конечно же, завтрак – это своего рода аккумулятор, который заряжает человека энергией на весь день. В России от завтрака отказывается 15% населения. Антирекорд в этом плане принадлежит Германии. Здесь не завтракают почти четверть населения. И очень зря. Ученые выяснили, что те люди, которые не завтракают по утрам, чаще других попадают в ДТП. Диетологи уверены, идеальный завтрак должен состоять из злаков для притока энергии, фруктов для заряда витаминов и молочных продуктов для заправки белками и минеральными веществами. А, например, сочные яркие омлеты – это не только полезно, но и вкусно, а главное – быстро. Это милое, аккуратненькое изделие «Омлетница» научит готовить в микроволновой печи без добавления масла полезные диетические завтраки и омлеты за считанные минуты. И все же основной источник энергии – это злаки. Утром без лишних затрат можно приготовить кашу из самых обыкновенных круп, тем более что в помощь хозяйкам созданы современные гаджеты. Термосервирователь – это инновационное изделие. Оно позволит готовить быстро рис, гречу, макаронные изделия. У продуктов сохраняются все полезные свойства. Блюда долго могут оставаться теплыми. И что немаловажно, мы не используем электроэнергию, а значит, мы экономим. Бодрящие напитки разнообразят завтрак. Кофе и чай – это классика. Некоторые выбирают по утрам молоко и какао. А в европейских странах и Америке, например, есть традиция пить каждое утро апельсиновый сок. Диетологи советуют обратить внимание на еще один полезный напиток – кисель. Не каждый кисель полезен, так как многие покупают полуфабрикаты в пачках. Они, как правило, содержат красители и усилители вкуса, что вредно для здоровья. В продаже есть приборы, которые помогают готовить напитки быстро. Например, в такой миксер просто нужно налить свежевыжатый сок, добавить сахар, крахмал, залить кипятком и перемешать. Дать миксеру постоять 5 минут, и кисель готов. Современные кухонные приборы облегчают жизнь и позволяют без труда минут за 20 приготовить полноценный завтрак для всей семьи. И чем он обильнее, тем меньше человек съедает в течение дня, а значит худеет и испытывает легкость во всем. Англичане начинают свой завтрак с овсянки и яйца, американцы – с хлопьев и молока, а французы – с круассана и чашки кофе. Неважно, с каких продуктов начинается ваше утро, главное, чтобы оно начиналось с хорошего настроения. С вами была «Школа качества». Увидимся!